Братишка, если тебе нужен левел или игровая валюта в GTA Online, то тогда заходи в мою группу. Прямо сейчас у нас проходят скидки. И за небольшую сумму ты можешь стать настоящим мультимиллионером. Прокачиваем аккаунты на все платформы. Мы уже прокачали сотни аккаунтов, поэтому заходи и закупайся по полному. Ссылка на группу в описании. Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Доня, а также Димка. Мы находимся в GTA 5, и это шоу «Битва воров». Здорово всем, пацаны! Итак, ребята, сегодня у нас с Димоном будет битва воров в таком как бы райончике, далеко не самом дорогом, но я думаю, что сегодня здесь мы постараемся угнать парочку хотя бы прикольных машин, ребята, за целых 5 минут. Диман, что еще танцуешь, скажи мне, пора уже машины угонять, вообще танцуют, пляшут. Короче, тебя стартуем на счет 3. Да, раз, два, три, и матом тебя размотало, братан. Подожди, сейчас, подожди, надо давай, встать. Давай, я в тебя верю, что ты сядешь. Да. Раз, два, три, поехали, 5 минут, погнали, ребята, тачки. Ага, вафли ты, ага. Я тебя сейчас, я тебя запомнил. Я вау! За год ты должен был меня запомнить, даже да, я... за полтора, наверное. За полтора, да, почти за два уже, здрасте. Почти за два, тем более. Да, ладно, короче, я врываюсь на район и... О, слышишь? Кстати, я нашел дом Доминика Торетто. Серьезно? Да, есть такой домик похожий, здесь стоят, короче, такие тачки, типа Супра и S2K, понял? Нормально, типа такие, кстати, вот. Да, да, как, видимо, ну, какие-то, да, реально, фанатики. Фанатики. Короче, ладно, первую машину я уже забрал, в принципе, нормальная тачка такая, обычная. А, ты тоже пригнал, тебе Мерс такой, вау, ну, пушка. Так, ну только, Дима, нам с тобой тачки бы не смешать, поэтому там ставь еще немножко левее, буду правее ставить. Хорошо, короче, ребят, ну угоняем как можно больше машин, 8 в идеале, потому что будет 8 испытаний, поэтому угоняем с тобой тачки и... Ага, давай-ка мы вот этого заберем, в принципе... А, что, даже заведена стоит, прикол, реально. Да, даже заведена стоит, ты, хорошо. Ты, Дима, решил прогреть, а ты такой, оп-оп-оп. Да-да-да, еще и кабриолет, прикинь, то есть вообще никак не закрытая машина. Хорошо. Так, ну короче, воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Так, все, вторую машину я подвез благополучно, припаркую ее вот здесь вот. И, ребята, и, а ты, смотрю, что пригнал-то, получается, BMW M2, да, или что-то такое? Ну, какая-то... да, какая-то... Воу, у тебя вроде там... Ага, у тебя там какой-то Шевроле, что ли? Так, а хорошо. А, это не Шевроле же. Возможно, да. Так, прошла уже минута 20 секунд, и я вот это, пожалуй, тоже заберу. Это хорошо. Это прям мне нравится. Это сто... О, там что-то еще интересное стоит, я вижу. И... А, и напротив тоже кое-что прикольное. Хорошо, нормально, хорошо. Нормально. Так, ну я пока есть что угонять, пока вижу, что можно угнать, поэтому... Сейчас еще вернемся к этому вопросику. Так, а ну-ка, сейчас мы так вот пока... А, у тебя Ягуар? Беру, да, конечно. У тебя Ягуар? 4 машины уже, фига ты шустрый, конечно, сегодня. Так, прошло почти 2 минуты у нас. И 4 машины... А, нет, у меня 3, что ли? У тебя вроде бы 4, да, если я не ошибаюсь? Да, у меня уже 5-ю везу. У тебя уже 5-ю ты везешь. Я вот только забираю 4-ю, если я не ошибаюсь. Это, блин, это вот... Можешь посоревноваться с твоим прыжком, если очень постараться, конечно. Так, и там, да ладно, что напротив вижу, охренеть. Что там? А вот сейчас увидишь. А вот сейчас увидишь. Так, короче, сейчас я... Воу-воу-воу-воу-воу-воу, меня занесло, развернуло, закрутило. Так, я, короче, я пригнал СВР, братан, если что. Тебя как бы... Серьезно? Да, СВР, у тебя там что? У тебя Макларен. Ну да. Здрасте. Ладно, тут Мустанг стоял, я, пожалуй, заберу его. Ну давай, я там, на самом деле, я видел то, что вот нужно забрать обязательно. И это кое-что может соревноваться за цену, на самом деле. Чтоб ты понял, братан, у меня есть Финир. Серьезно? Да, твой Макарон не стоит, мне кажется, столько, сколько стоит Финир. Но это, конечно, сильно. Так, там что-то еще вижу снизу, есть по улице. Что-то там такое розовенькое, поэтому мы сейчас туда еще приедем. Но, да, просто угоняем у этих мексиканцев тачки. Им просто по барабану, прикинь. У мексиканцев стоял Финир. Ну, как бы подумаешь, тачка за сколько там мультов? Не, ну, 3 может, мульта долларов она стоит. Такое, ты че? А, ну да. Это, да. Не позволяешь такое. Действительно, чем мы как бы... Ау! Чуть не убрал меня. Это Дрифткорч? Нормально ты будешь с этим бачком заходить. А, так, ладненько, там что-то было снизу еще розовенькое. Это, пожалуй, я это... Че нету? А, здесь еще Тайкон даже. О, вау, ну, ага, ну это может... А, че, открыта дверь? Понимаю. Ой, я ее закрыл. Серьезно? Ну, прикинь, тут даже как бы она реально стала открыта. Типа даже, ну, приезжайте, это забирайте. Хорошо, короче, тут еще есть одна машина. Это уже какая моя, 6-я получается? Тачка. Братан, и... я уже 8-ю везу. Да ладно. Ты долго прям работаешь. Ну я так, да. Я, конечно, ну реально не так быстро, как ты. Ну тачка типа такая, это какой-то просто масл кар. Что такое там угнал? Без стекла, без дверей, вот что хрень, это? А, фига, типа это как, я понял тебя. А, у меня уже 8, что, поехали тогда твой район посмотрим. Не-не, братан, езжай к себе дальше, ко мне не езжай.
Езжай в другое место куда-нибудь, ко мне не езжай, там есть только что я сейчас заберу, пожалуй. Так, та-та-та-та-та-та, мы врываемся в чат. Так, это сейчас будет моя седьмая машина, которую я... О, чувак выехал из гаража, понимаю. Вот это я заберу. Здорово, братан. Так, и... Осталось-то 40 секунд, поэтому нужно спешить. Сейчас я быстренько тайком довезу. А где еще машину-то искать? Какую-нибудь хотя бы. Это седьмая машина, слышишь? Понимаю, но восьмая где? Восьмая что-то я не вижу. Так, еще есть... 30 секунд еще есть и... Блин. Блинский, ну я, ребят, не знаю. Давайте пройдемся еще здесь вот. А я не знаю, где еще машину искать. Просто не знаю. А, хотя, знаешь, есть одна идея. О, как ты разложился. Здесь 15 секунд. А в вдруг... гараже, глянь, гараже. Да, глянь, в вдруг гараже, да? А, да, что-то есть. А, что это? Что? Тесла. Тесла Монстр Трак? Да. Чего? Прикольно. Тесла Монстр Трак, реально, ты посмотри. Прикольно, воу! Кстати, да, вот это реально классно. Ребята, ну что, это кибертрака пока не дождемся, поэтому от Илона Маска эксклюзивчик Тесла Кибертрак. Это, конечно, сильно. Время закончилось, ребята. Давайте посчитаем цены, но. Давай попробуем. Здесь, конечно, ну тяжело, потому что, если так подумать, то у меня есть, короче, есть Финир. Тайкон, Рейнджак, Супра. Ну вот, в принципе, тут Супра, тут два маслкара и S2K недорогие. Вот Тесла Монстр Трак, видимо, дорогая. SVR, ну так, плюс-минус. Тайкон плюс-минус и Финир очень дорого. А у тебя, получается, здесь есть, ну, типа, Мустанг, ну так, типа, ну, неплохо. Ягуар, ну так, не очень дорого. Вот эти вот три тачки тоже не очень дорого. Даже еще этот Мерс тоже недорогой. BMW недорогая. А вот, ребята, получается, что Макларен дорогой. Поэтому пока в комментариях пишите, кто зарабатывал за стоимость. Мы берем быстрые машины и Диман гоним на первое испытание. Погнали. Ну что, ребята, время для первого испытания. Прыжок в длину. Ты взял Шевроле, я взял Range Rover. И поехали, два нитра используем. Погнали. Мы с тобой. Погнали. И, ну, Рейнджак-то, я думаю, что могет, да? 1700. Наверное, но... Какая скорость? Ё-моё, у меня 1500 было. Ну, две офигенные тачки, которые прыгают, я знаю, но 1700 ты как будто быстрее, да, летишь? Алло. Не знаю, не уверен. Ты как будто... Ты догоняешь меня. В смысле, я... Ты не, ну летишь? Ты перелетаешь гору, я не перелечу ее. А, ну ты ниже, да, чуть летишь? Да. Просто я смотрю, ты как будто меня догонял и... Слушай, а я тоже, короче, в хребет врежусь, а ты как? Нет. А ты там куда врежешься? Я врезаюсь, а вот рикошет был. Я фрижу машину свою, потому что это и так далеко. А, ну а ты, ну по карте смотреть, да, я буквально вот, ну даже, да, чуть, ты покажи, где ты вообще стоишь. А, ты врезался сюда, получается, да, я тоже зафризил, да, я понял. Окей, ребят, ну да, буквально вот на немножко я Димона обогнал по прыжку в длину. Это мой первый балл, я гоню на второе испытание. Погнали. Ну что, ребята, время для второго испытания. Это спуск без тормозов, и это новенькая Тесла против такого вот джипа. И прикол в том, что... А у Теслы все колеса крутятся. Это может реально сыграть в пользу, в плюс этой тачки. Поэтому летим. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. А, да, FPS, да? От меня. Ну да-да-да, видимо, от меня FPS падает. Прям жестко FPS падает на самом деле. Вот ты прозраешь недалеке на самом деле. Ты появляешься уже так ближе ко мне, скажем так. И... Та-т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 а. Ага. Ага, эй, ага, эй, а эй, я благодаря большим колесам я смог, сел. Да, я понял тебя, благодаря большим колесам смог проехать и, слушайте, ну ладненько, это 2-0, но вопрос, куда я доеду, вот это реально просто интересно было бы узнать, поэтому едем-едем, прыгаем-прыгаем, на дискотеку, видимо, все, да? Да, она не поехала с накатом, но, в принципе, свою работу она сделала, ребята, это 2-0, пока в мою пользу, и го на третье испытание. Погнали. Ну что, ребята, время для третьего испытания, это кольцевая гонка по аэропорту, это Супра против Ягуара, давай, Дима, на счет. 3, 2, 1. Ну что, розовая Супра против красного Ягуара, и да, я ухожу от тебя, нормально. Но здесь это все решится на ветряках, чисто вот ветряки нас сегодня с тобой рассудят, скажем так, поэтому, но... Ну, типа... Какая скорость, скажи мне? 170. Ну, у меня 205. А, только не управляется, а что-то тяжело. У меня хорошо управилось. С трудом форт... Ага, ты прям... Ага, по максималке... О, а, ты... что, это я тебя, извиняю, по тормозам прожал? Это я была пинга, ты прошелся буквально в метре от меня. Я по тормозам прожал, поэтому поехали дальше. Так, раз, два, три. А, нет! Нет! Врезался, нет? Врезался, да тоже. Об один ветряк, ага.
А, видел? От второй вернулся. Видел? Я проехал. Хорошо. Ну да, ребят, все, видимо, это будет мой финиш. Ну, короче, да, там я тебя подрезал, получилось. Это, ребят, была пинга, поэтому, ну, вы сами видели, что Димон проехал буквально в метре от меня. Поэтому ну, это да, была пинга. Да. Вот, но Димон немножко подождал, поэтому, в принципе, окей. Это мой балл 3-0 и гон на 4-й испытаница. Погнали. Итак, ребята, дерби две жизни. Будет интересно, я взял... Сейчас это у нас Porsche Taycan, ты взял там что? У тебя там Макларен. Да? Поехали, Диман, давай поехали, попробуем. Посмотрим. Поехали, посмотрим, кто кого. Или какой-то... А, у нас с тобой два электрокара, или мне кажется, нет? А, нет, у тебя нет, не электрокар. Не электрокар? Да, вроде Макларен пока электрокара не делает, поэтому... Воу, что? Алло! Да, не понял. Почему ты упал? Ты понял? Что это было сейчас вообще? Не знаю. Так, падай. Ах ты, живучий. Да, червь. А ты так. Бабочка. Я немножко охренел от такого заявления, влетел. Поэтому и упал. Ладно, хорошо, раунд 2, поехали, давай, let's go. Так. Надо сказать какую-то хрень для того, чтобы ты задумался. Бабочка я, блин. Ну-ка. Что? Как так отлетело от тебя? Да что за... Почему я как заезжаю на тебя, а тебе застреваю? Что за бред? Ага, понимаю. Понимаю, просто ладно, улетел, да. Ладно, 3-1 пока, ребята, по общим баллам. И гон на 5-й испытаница. Погнали. Ну что, ребята, время для испытания под названием спринт-гонка. Это финир против BMW. Это будет интересно, потому что вроде как по паспорту скорость одинаковая. Давай, Диман, отсчет. 3, 2, 1. Let's go. И так, зацеп вроде как у меня получше будет, чем у тебя немножечко. Так, это мы проезжаем, поехали сюда. Ну будет, ребята, интересная битва, интересная гоночка, потому что реально по машинке по скорости как бы почти одинаковые, да? И, ну, ну что-то такое себе, вроде как даже я ухожу прям как будто даже без проблем. А! Понял. В лобаш поймал тачку. А, ну, короче, ребята, о, прямая по шоссе, серьезно? Ну, такое, ну, хотя бы возможно, я максималку разгоняю здесь. Ну, кстати, может быть, да, потому что по скорости мы с тобой как бы почти одинаковые. И, ну, сколько идешь, скажи мне? 196. 180. 208. Прыгает вниз. 200 вниз упало. 190 ровно. 188. Пошло в горку. 190, короче. Ну, ты, в принципе, не остаешься. По скорости мы с тобой почти одинаковые, но по разгону я чуть получше буду. Поэтому я и пока иду впереди. Хорошо, главное сейчас не лохануться, потому что если я врежусь, то потом уже Димана догнать будет тяжело. Очень, поэтому... Ну, пока поэтому идем нормально. Давай, не-не-не, Диман, не хочу, спасибо. Да, в другой раз как-нибудь. Я здесь иду уверенно в себе, нормально. О, сиреноголовые опять дофига, да, заколебали. Я сейчас забываю их убрать. Когда-нибудь я их уберу, но это будет явно не сегодня. Капец, реально, я об этом говорю каждый раз, типа нужно их убрать. И забывай об этом. Пожалуйста, напомните мне в комментариях или в личку ВК, убери сиреноголовых. Напишите, пожалуйста. Реально, я забываю об этом постоянно. Так, ладно. Ну как, Димон, у тебя успехи, скажи мне. Я упал. Точнее, врезался. А, думаю, как ты упал. Ну, в кювет. Понял. Ну, короче, да, я иду 160 скорость, я уже выехал с Вайнву. Да, бот! Нормально, проехал. Ну да, иду я нормально. Здесь опять сиреноголовый на панта едет. Понимаю. Как раз его размерчик. Так, ну... Давай ты, поехали. Ой-ой-ой-ой, юношка, меня подрезали BMW. Здесь. Ну, BMW, может, и могёт, но не против сиреноголового, хотел сказать. Но не против этого, как... Блин, как она называется-то? Господи, машина. Как она называется? У тебя, получается, же это... Финир, да. Окей, ну в принципе, да, ребят, я почти финишировал, осталось ехать уже 200 метров, поэтому отличненько, это мой балл, 4-1, и погнали уже, получается, на 6-й испытаница. Ну. Что, ребята, пришло время для испытания под названием «Пострелушки», и это, ребята, такое испытание, где победивший является тот, кто взрывает своего оппонента, поэтому, Димон, стартуем на 4 с тобой, раз, два, три, поехали, let's go! Ну что, будет интересно, поэтому погнали. Так, давай, ну! Мажора. У тебя Мерседес, а я даже поехать не могу с места. Знаешь, что я могу сделать? Я могу себе съесть. Каким образом? Смотри. Подожди. Сейчас подойди ко мне, тебе покажу. Ну, давай. Как это тяжело против Мерседеса, ясно понял, я тебя не съем. Он очень тяжелый, очень долгий. Ну, давай, и поезжай уже. Ребят, вы пока делаете ставки, как вы думаете, кто быстрее взорвется, но у меня чек-энджин. У меня чек загорелся.
У тебя еще нету чека? Чтобы ты взорвался. Нету. Ну давай, ты взрывайся. Ну что такое живучий-то? У меня чека и... Я дымлюсь. Черный дым пошел. Давай, сгорай, сгорай, сгорай. У тебя пока ни чека, ничего нет вообще? Нет еще. Серьезно, вообще ничего? Да. Кажется, я горю или нет? Я горю, все, да, взорвался, отлично, да. Слава богу. Вот ты что-то прям живучий оказался. Ты что, прям... А сколько? Из 90-х. А сколько... А, ну да, кстати, логично. А сколько мне нужно было еще стрелять? Давайте посмотрим из минигана. Серьезно? Серьезно? Ну-ка. О, он вообще не взрывается. А, у меня это, еще тачка. Это бронированный Мерс оказался, короче. Понятно, из 90-х. Да, что я с ним вообще против него интересно сражался. Ясненько, это балл за Димоном. Это 4-2, ребята. И го на 7-е испытание. Ну что, ребята, время для 7-го испытания. Это у нас испытание под названием «Прыжок веры». Поехали, ребята, кто улетает дальше, зарабатывает балл. А, но, ребята, у нас ветряки, поэтому... А, врежься, врежься. Я не... Чего? Попал, блин. Давай. Нет! Да ну, блин, обидно. Обидно. Не хватило буквально мне корпус. Серьезно? Да. Обидненько. Ладно, ребята, это балл за Димана. Мы го на последнее испытание. Итак, друзья, пришло время для испытания под названием... Это у нас смертельные шашки. Это Мустанг против S2K. Давай, Диман, отсчет. 3, 2, 1. Ну что, поехали, S2K-то я по идее, ну это машина, которая хорошо управляется, все дела, но по максималке вопрос, кто будет быстрее, поэтому главное просто благодаря управляемости пытаться от себя оторваться, ну, и разгону. Да? Сразу. Какая скорость, да, у тебя? Да, я чего считаю, 140. А, 200. А, понимаю. Тебя 100, а, ну да, есть шанс, ребята, пока 4-3, то есть это будет последнее испытание, если я выиграю, будет 5-3, если Диман будет 4-4. И еще балл за стоимость пока в комментариях пишите, но... Ну, тут же 218 со спуска вниз еду я. Тебя какая скорость? 180. 180, ну да, видимо, если я, конечно, не лоханусь, то это будет мой балл, потому что, ну, я просто на изи еду. Так, ну-ка, сейчас поворот налево сюда вот. Хорошо, повернули, ну да. S2K тачка, которая прям идеально управляется, и просто машина хороша. Там, короче, ехал кубой до голов... как он какой-то, какой он? Пирамидоголовый, конус, кубоид. А, короче, пирамидоголовый ехал за машинкой, за рулем, понимаю. Короче, ребятки, да, это будет мой балл. Я там еду прям, я еду вообще прям идеально, просто без проблем. Вот прям еду. Там где-то, ну ты в принципе не то чтобы далеко, но отставание есть. Поэтому, в принципе, я уже недалеко от казино. Ребятки, пока мы едем, мы заканчиваем сегодняшнюю серию. Ставьте лайки за такой классную за такой классный видосик. Спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока-пока. Пока, ребят.